Цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – это каучуковая лента. Внимание на экран. Сегодня вновь появляется. Слушай, ну, я, например, такую каучуковую ленту заказала после вашей презентации с Леной Шептуновой. Мне очень понравилось. И я взяла, и не зря. Знаешь, мы всегда надеемся на авось, а у меня прям реально месяц назад все это случилось. У соседки сверху прорвало трубу. Причем она, видимо, химикаты туда заливала, да, чтобы, всякие, знаешь, прочистить. Да. Побыстрее прочистить. И там у нее надорвалось, видимо, проело. Проело. Она бежит отверстие. Ко мне, говорит: Оля, слушай, у меня течет, вызвала сантехников, поэтому извини, не обессудь, если польется. Я бегом к ней с этой лентой, все мы с ней залепили. Давай покажем, как это часто бывает, давай. Когда наступает протечка. Вот так стремительно начинает убегать вода из труб, да, вот, например, сифон продырявился, посмотрите. Каким стремительным потоком все это бежит на пол, и можете залить не только себя, но и соседей. Ничего сложного. Берем необходимый размер тейп-ленты, все, и заклеиваем. И вода больше не течет. Вот можем так дожидаться приезда аварийной бригады. Великолепно. Друзья, это еще не все. Ведь каучуковую ленту можно использовать вообще при любых обстоятельствах. Давай покажем это. Да. Наша лента имеет уникальные свойства. Обратите внимание, она гибкая, а значит, мы можем заклеивать любые отверстия на любых поверхностях, да, вот посмотрите, какая огромная трещина в нашем ведре. Вам не нужно покупать новое ведро, просто берете ленту Flex Tape и заклеиваете. Она отремонтирована теперь на долгие годы. Плюс ко всему, обратите внимание, резиновые сапоги также вырезали красивую звездочку из белой Flex Tape ленты и заклеили. И еще хочу сказать об уникальных свойствах. Она очень крепкая. Посмотрите, у меня сейчас гиря в 10 килограммов. Да, прикрепили ленту. Посмотрите, с какой легкостью наша лента поднимает эту гирю. Гениально. Кстати, лента выдерживает 50 килограммов нагрузки на 1 квадратный сантиметр. Таким образом, мы можем ремонтировать трубопровод под давлением воды. И это главное предложение только сегодняшнего дня. 9 декабря мы вам представляли эту каучуковую ленту, и она была продана буквально за 15 минут во всей партии, которая была на нашем телеканале. Там более 1000 штук было продано. Представляете? За 15 минут. Сегодня мы сделали это предложение главным предложением сегодняшнего дня. Вы сегодня можете сэкономить максимально при приобретении каучуковой ленты, которая очень сейчас необходима, особенно в преддверии дачного сезона. И при заказе одной каучуковой ленты, вторую только во время прямых эфиров вы получаете в подарок. Черный и белый цвет на выбор. Ну, то есть две черные, две белые. Получается так. Слушай, ну, знаешь, вот я сейчас как раз специально сказала, что скоро дачный сезон, да? Вот, например, в прошлом году, когда был дачный сезон, я обратила внимание, что у нас бочка наша проржавела сверху. И когда мы доливали много воды, оттуда течь начиналась, да? И, соответственно, лужи все время, мы все время в луже стояли. Вот, и я взяла такую каучуковую ленту и заклеила. На целый сезон мне хватило. Да, причем, наверное, поначалу ты думала, что только до выходных отремонтирую, чтобы купить новую бочку. Я думаю, еще в следующем году нормально все будет. Хватит и в следующем, и через год. Хватит, ну-ка, то, что давай вот действительно покажу, эта лента это очень делается. Надежная, да, она имеет уникальные свойства. Давай еще раз покажем нашим зрителям, как можно устранять протечки. Да, вот. Опять снова видим, смотрите, как стремительно убегает вода. Видите, убегает, а мы сейчас ее оп, в одну секунду буквально, да, снимаем защитный слой. Вот так. И видите? Все, протечка устранена. Вот так, да. Причем устранена на долгие годы, да, потому что это уникальная лента, имеет уникальный состав. Внутри у нас каучук, синтетический каучук с закрытыми порами. Таким образом, вода никогда не проникнет через нашу ленту. Это очень надежный помощник при протечках воды. Да? Давай снова покажем вот нашим зрителям. Вот она еще дырочка, смотрите, как... какая большая. Да. И что самое главное, что наша лента может выдерживать не только напор воды, но и клеить внутри сосуда, где находится вода. Да, мы сейчас вам это покажем. Вот. Посмотрите, у нас вода. Изнутри Оля заклеивает наше отверстие. Протечка устранена. Уникальный клеящий слой, который позволяет заклеивать идеально отверстие, даже если оно находится, ура, в воде. Таким образом, мы можем, например, отремонтировать аквариум. Да? Наши рыбки не пострадают. Мы просто заклеиваем трещину в аквариуме. Все, и рыбки под надежной охраной нашего Flex Tape ленты. Давай покажем, вот для всех ли видов поверхности подходит? Абсолютно, да? Для всех видов поверхности. Еще раз напомню, что уникальный состав. Тут находится внутри этой ленты синтетический каучук. На его основе она изготовлена. И таким образом мы можем заклеивать металлы, пластики, аквариумы, стекло, керамику. То есть нет того вида
материала, с которым бы не справилась наша лента. Причем, обратите внимание, за несколько секунд устраняется протечка. Ничего сложного, просто берем необходимый кусочек нашей ленты и заклеиваем. Задумайтесь, вот скоро дачный сезон, ну там проржавела труба, может резиновая тоже труба тоже прорвалась там или еще что-то случилось, сифон протекает. Что делать? Можно сэкономить. Приобретаем сегодня ленту и заклеиваем все щелочки, все дырочки, и ничего больше подтекать не будет. Сегодня уникальное предложение только одного дня. Одну ленту берете, вторую получаете в подарок. Либо черного, либо белого цвета. Сразу две ленты получается. Звоните, заказывайте. Экономьте на сантехнике, например. Ну и вообще экономьте на приобретении нового. Еще можно залатать старое, не забывайте. Слушай, что у нас здесь за уникальный состав, который не дает прорваться в воде? И даже в воде он держится. Почему? Да, потому что у нас лента изготовлена на основе синтетического каучука. А что такое каучук? Это очень крепкий материал. Да, посмотри, у нас 60% всего мирового каучука используется на изготовление шин. Таким образом, шина – это самое надежное, что есть в автомобиле. Они служат несколько лет, это говорит о том, что и наша лента прослужит несколько лет. Снова, да, посмотрим, у нас водопад, как легко устранить. Просто берем ленту необходимого размера, заклеиваем, все, протечка устранена. Причем устранена хорошо, да. На долгие годы. Мы можем дожидаться теперь аварийную бригаду несколько дней, несколько месяцев, несколько лет. То есть мы не торопимся, таким образом мы экономим на услугах сантехника. Мы сами ремонтируем наш водопровод в нашем доме. Слушай, это безопасно для рук? Нормально это вот как бы, да? Да, да, ну, это безопасно, потому что лента гипоаллергенная. Она изготовлена на основе натурального каучука, но с закрытыми порами. Таким образом мы устраняем протечку. Ну что ж, главное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Не забудьте, берем одну ленту, вторую получаем в подарок. Скоро дачный сезон. Задумайтесь, такая лента необходима каждому из нас. Да и дом тоже пригодится, не дай бог что.